Привет, ребят, меня постоянно спрашивают, как мы снимаем сериалы, и если вы не смотрите мои стримы, то этот ролик точно для вас. Я решил поделить эту тему на две части, и сегодня я расскажу, как мы снимаем сериалы в игре GTA San Andreas, тем более, что мне нужны помощники. Ну а если вы хотите вторую часть, и где я буду рассказывать про Майнкрафт, набираем 2000 лайков. Вообще, съемочный процесс — это очень веселая штука. Просто посмотрите на наши неудачные дубли. Сейчас мы начнем с самого простого. Встретились мы на днюхе у Антона. У него вишневая семерка, неоновые фары на стеклах тонировки. Да твою мать! Что происходит? Вы кто? Почему все подъехали-то сюда? Сука, мы популярны настолько. Блин, к нам еще кто-то подъехал. Илюх, да стой на месте. Давай. Я просто говорю из места на будущее. Да, да, у кого-то мультики, пожалуйста, выключите мультики. Как вы поняли, у меня есть команда помощников и актеров. Куда, кстати, можешь попасть и ты, если будешь играть на сервере Diamond Trillion. Но об этом позже. Так вот, я пишу им ВКонтакте, и мы постепенно собираемся в Discord, чтобы начать съемки. Обычно у нас не так много людей, поэтому приходится тяжело. В отличие от съемок сериалов в Майнкрафте, я не прописываю сценарий заранее, а имею лишь общий план серии в голове. Поэтому мои актеры не знают сценарий и даже не догадываются, что мы будем снимать на этот раз. Почему я не прописываю сценарий заранее? Просто потому, что жесты общения персонажей в Сампе отличаются от Майнкрафта. Во время съемок мы просто включаем анимацию персонажа, и актер даже не озвучивает реплики. Я их придумываю и накладываю уже на монтаже. Это все выглядит примерно так. 9, пошел. Ну, в общем, я пересобрал турбину, залил новую прошивку и знаешь что? Но вернемся к началу, ведь мы еще ничего не отсняли. Пока мои помощники заходят на сервер, я расскажу, каким модом мы пользуемся для съемки. Это CamHunt. Вообще ходят слухи, что он запрещен на публичных серверах, таких как Diamond RP. Но я ютубер, и мне вообще-то можно. Так вот, этот мод — отличная возможность создания кинематографичных и красивых кадров, какие вы, собственно, и видите в сериале. Пользоваться им совсем просто. Достаточно в меню выкрутить ползунки скорости камеры и задать клавиши. Посмотрите, что можно сделать с этим модом. А вот уже и зашли мои актеры на сервер. Я забираю их со спавна, и мы вместе едем мутить съемки. Естественно, им нужно выдать скины, подходящие по сюжету, и для этого я прошу администраторов выдать временные скины, а также нужные машины. Вы спросите, почему я не попрошу админку на этом сервере? Ну, так-то я стесняюсь, и вообще наши сериалы не набирают много просмотров. Ну, кстати, прождать администраторов из-за скинов и машин мы можем достаточно долго. Так вот, после того, как нам выдали все необходимое, можно приступать? А, нет. GTA San Andreas такая же хорошая игра, как и Майнкрафт, поэтому один из актеров завис и вылетел. Поэтому я, тщательно проругавшись, снова жду полчаса, и вот, наконец, мы приступаем к съемкам. Здесь рассказывать нечего. Актеры выполняют мои указания, и мы снимаем примерный сюжет, который я выдаю из своей головы. Кстати, так даже лучше, потому что никогда не знаешь, сколько людей сможешь собрать на съемках, получится ли эпичная сцена, или придется снимать втроем. Спустя пару часов у нас получается отснять 6 или 7 минут серии. Некоторым актерам я накидываю по 150 рублей на шавуху за оказанную помощь, и готово. Съемки проведены. Настало время рассказать, как попасть к нам в команду. А сделать это очень просто. Скачивай GTA San Andreas, лаунчер сервера Diamond RP, по ссылке в описании, кстати. Заходи на Diamond Trillion, где мы снимаем сериалы, и прокачивай своего персонажа. Также не забудь ввести мой промокод, вот он на экране. Тебе нужно прокачать перса так, чтобы у него были водительские права, лицензия на оружие и крутая тюнингованная тачка. Мы вообще-то сериал про гонки снимаем, здравствуйте. Если ты готов, то пиши в комментарии под этим роликом свой ник в Сампе и ссылку на страничку ВК. Я свяжусь с тобой и приглашу к нам на съемки, а мы возвращаемся к созданию серии. Отснятые кадры я перекидываю в программу для монтажа, в моем случае Sony Vegas, обрезаю кадры и склеиваю их между собой. В целом это очень просто, гораздо сложнее, нет, даже муторнее, подставлять озвучку, которую я записываю отдельно. И расставлять ее под анимацию персонажа. А еще нужно найти и закинуть все звуки, будь то хлопок двери или звук второстепенного персонажа.
В конце я добавляю эпичную музыку, которую беру с Epidemic Sound. Это сайт с библиотекой музыки, но она не бесплатная. Я ею могу пользоваться из моей партнерской сети на YouTube. Так вот, подставив музыку, я проверяю серию, и вуаля, готово! Рендерим, заливаем на YouTube и читаем комментарии о том, что Майнкрафт лучше и вообще где первые супергерои. На этом все. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, ты поставил лайк и ждешь Майнкрафт. Все, вот. Подписывайтесь на канал. Удачи. Пока.